Народ, всем привет! С вами канал Училка физкультуры в Эмиратах, и мы снова с вами. Что могу сказать, очень-очень жарко. Сегодня, да, было 49 градусов, а сейчас немножко похолодало, 47, представляете? 47 смотри, градусов. Сейчас. Покажи, Наташа. А ну сейчас. А, пардон. Не туда. Немножко не туда, пока вот 47 градусов, вот. Видно? Мы знаем, что в некоторых странах, тем более в нашей Украине, еще холодно. Все, шлем вам тепло, ребята, шлем вам тепло. А чтобы согреться, мы можем предложить приготовить масала-чай или что? Да, давай вечером. Да, вечером будем готовить масала-чай и дадим вам рецепт. Ингредиенты все вы можете приобрести в вашей стране вообще. Чтобы быть в тонусе, чтобы, да, не чтобы остывать быть в тонусе. Надо, чтобы больше. Мы надеемся, что у вас всех потеплеет нормально, у нас похолодает. Подписывайтесь, ставьте лайки. Перемещаемся в кухню на готовку, да? Да. Привет, народ! Перемещаемся мы на нашу кухню. Приветушки. А, Наташа здесь, и здесь много всего интересного. Сейчас Наташа вам расскажет, и мы попробуем приготовить настоящий масала-чай. Угу. Попробуем, да? Наташа попробует. Я вообще очень плохо готовлю, поэтому есть Наташа. Я захотела масала-чай, я посмотрела наше видео про индийский ресторан «Кориандр», и мне так захотелось... Да, вот там. Смотрите, Оля мне вверху, показывает. Вверху в описании, там, смотрите. Вот там, да, вверху в описании. Мне захотелось свой масала-чай сделать, поскольку ингредиенты у нас все есть, и даже живой больше. Имбирь. Я вчера спохватилась, я вчера вот посмотрела и думаю, боже, хочу масала-чай, потом, боже, имбиря, наверное, нет. Нет, есть. А, потом есть, надо посмотреть, жив ли он. Кусочек есть. В общем, мы считаем, все у нас есть, и поэтому Наташа приступает к рассказу, как приготовить настоящий масала-чай. Настоящий. Ну, это дисклеймер, или как это? Кликбейт? Да, кликбейт. Поскольку настоящий масала-чай, сколько в Индии людей? И сколько за границами Индии? Наверное, каждый вам расскажет рецепт этого чая, поскольку масала-чай, это чай, наверное, исконно все-таки из Индии пришел, ну, наверное, Непал, еще страны, Пакистан, поскольку там, да, Шри-Ланка, вот не знаю, на Шри-Ланке есть. Ну, масала это специи переводится. Поэтому, я так понимаю, все, что есть дома из специй, можно пихать в масала-чай. Ну да, бросаешь и говорить, такой себе масала-басала-чай. Да, да, у каждого будет свой рецепт. Насчет того, вот надо перетирать ли или цельными бросать ингредиенты, вот это я вам не скажу. Наверное, все-таки помять их как-то можно. Специи, сейчас будем открывать, будем открывать, показывать. Ну, главные ингредиенты – специи, черный чай, черный вода, чай. Вода. Вода горячая есть. И молочко. Молоко взяли 0,5. Так, значит, что... Да, открывай, показывай, и корицу покажи, и все вот специи, которые... Вообще, это нам досталось специя из ресторана. Ну, это мы собираем, да, Эльфорно. Нам дают, мы постоянно, собираем. Постоянно, когда привозят супчик или... Острый перчик. Это я посоветую с тобой. Мы хотим это, ну, я думаю, насыпем. Значит, насыпем. Что я хочу? Давай, как бы, основной всегда это корица. Корица у нас есть, смотрите. У нас есть привезенная со Шри-Ланки. Как раз успели слетать в декабре 19-го до ковида. Есть вот такая вот, тоже корица называется, но мне кажется, это кассия. Мы покупали вот здесь. Ну, расскажи теперь, что такое кассия, что такое корица. Есть, я хочу сама провести для себя эксперимент, есть уже в пудре. И она вот очень красивого, насыщенного цвета, насыщенного аромата. Навелось? Да, навелось. Да. И мне кажется, ну как кажется. Запах идет, пахнет. Опять же, товарищ интернет рассказывает о том, что настоящая корица, это вот как папирус, оно скрученное, ну как палочка папируса. То есть оно вот такие идут неровные, ну не то что края, это как много-много там как вот. На папироску плохо завернутую, похоже. Пахнет? Нет, кстати. Может, она у нас испортилась уже? Нет, ну да, уже покупали. Полтора года. А вот это, кстати, пахнет. Но а здесь это кассия, вот посмотри, да. А это вот. Вот это, я думаю, кассия. Она завернута просто. Есть вот такая инфа в интернете, да? Да, вот это кассия. А чем она... ну, то есть... А чем отличается? Корица типа круче и дороже? Корица должна... Вот, видите, она в раз... Ну, сейчас, подожди, давай разломаю. А знаешь, что мне напоминает? Ут. Ну, а что? Ой, я кассию разломала, такой аромат. Сейчас я ромашку дай, на понюхай. Скажи, да, пахнет а корицей. Вот это, а вот это пахнет сама типа корица? Нет, пахнет какими-то деревьями, травой слушай, какой-то пахнет.
Да, реально, такой травяной вкусный аромат. Смотри, я сказала про ут, у нас снова распаковка. На самом деле ароматов смотри, у нас нет сейчас. Вот эта корица. Подожди, замри. Шри-ланкийская, да, хорошо, которую видно. Мы покупали. А здесь вот кассия, как она. Я думаю, кассия мы здесь брали в Эмиратах? Да, да, да. Но продается она как цинамон. Подожди, еще чуть-чуть. Вот, навелось. Просим прощения, честно, ждем новую камеру, ждем новый телефон, она все еще едет. По-моему, она вот корица, которая исконная, называется цинамон Шри-Ланка. Вот а что-то вот написано такое. Цинамон здесь. Да. Беру пачечку. Цинамон написано. Вот будете на Шри-Ланочке. И вот тут сколько? Можно, 50 можно грамм. Купить, да. Сколько тут стиков? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, покажи, и тут же цены стиков были сразу. Пять. Стики покажи, пожалуйста. Не, просто не вытаскивай. Чего? Покажи просто, как они там расположены. Реально, 5 штучек. Реально папироски. Вот это 5, значит, практически 10 грамм, да? Ну, плюс-минус в одной штучке. Ну, 10 грамм одна 300 штучка. 300 рупий оно стоило. 300 рупий, это мы найдем, переведем в субтитры. Ну, честно, 178 рупий. Ой, это 1 доллар. Помнишь, да, такое? помню. 177, 178. Ну, помню, что все, что мы покупали, было очень недорого. Мы находили магазинчики. Это 1,5 доллара, да, наверное? Ну, напишем в субтитрах, я значит, не помню, честно. А в чем разница? По-моему, как бы натуральная должна быть дороже, и в ней содержится меньше какого-то элемента. Честно, не помню, как этот элемент не очень полезен для... пахнет вкусно. Для человеческого организма. Но, в принципе, если нас просто не дурят в цене на самом деле... Ну, на Шри-Ланке в магазинчиках цены были фиксированы, там даже написано. Ну, насчет вот этой кассии, да, в которой ну, более и цены плохого для организма человеческого, да. То не так уж, наверное, много мы едим этого. Мы вообще немного едим. Редко в кофе добавляем, да. И добавляем пудру, он пудра стоит. И это бывает у меня раз в месяц в два. Но все-таки я вам хочу Наташа сказать. Наташа почаще пьет такое. Вот этот аромат. Ой, классный. Это более такой насыщенный, яркий. А на вкус уже. Ну все, у нас видео получилось не как масалу приготовить, ага. А как пожевать это? Как понюхать, да. Распаковка ароматов. Кассии и... Сладкая. И корицы. Сладкая, да? Угу. Это какая? Кассия? А корица? М-м-м. Смертельный номер, Наташа ест. Ой, а это? Не, давай, пробовать, я не буду. Боже, ладно. Какой... Вот это вкуснее. И слаже, и вкуснее. Это, вот это, я думаю, что это реальная корица. То есть реальная корица, так, что мы на Шри-Ланке купили. Корица, да. Значит, у нас пойдет, наверное, одна палочка. Хватит. Ну и одна вот палочка чего? Корицы, ну и вот эту кассию. Одна корица, одна кассия. Да, уже забросим, так и быть. Пудру мы не будем бросать. Ну, пудру, да, пудра это пудра. Пудра я тоже думаю, что из кассии, не из корицы. Ну да, пудра, наверное, будет делаться из того, что ребята, подешевле. Вот это реально вкусно. Даже просто есть. Так, дальше мы возьмем кардамончик. Покажите. Зелененький кардамончик. Мы все вот такие специи покупали здесь в Эмиратах. На развесе. Да? Здесь их много. На развесе раз, есть, два, три, особенно четыре, в Карифоре классно брать. Пять. Ну давай шесть. Вот. Слушай, какая потом точка. Потом хочу воздичку. Воздичка у нас какая-то, да, уже в разобранном виде, но это, наверное, много. Сколько ее взять? Раз, два, три. Гвоздичка напоминает гвоздики, шурупчики четыре, напоминают. Пять, шесть. Может, от этого? Давай семь. Давай возьмем. Семь, хорошо. Так, что дальше? Ну, дальше расскажи про приправы. Черный перчик хочу. Черный перчик у нас будет. Насколько он у нас живой, если честно. Да, вот столько, не знаю. Ну, давай, все равно же мы его глотать-то не будем, просто так. Будет вкус дальше его. Дальше я потом туда, я хочу, чтобы оно остренькое, горячее было. Давай попробуем. Жгло. Чили перец. Оно очень остренькое. Вот я давай, не знаю, бадьян будем или нет, анис. Но он должен быть. Ну, я не люблю запах аниса, вот ты мне прям вот его даешь, и мне все, он так пардон, очень не да. нравится. Вот, я ну даже как? Вот не, это все... совсем не за его в глинтвейн бросать. Травмирующий опыт. Вот это, тимьян. Давай попробуем чуть-чуть. Ну, давай. Чуток вообще потом. Так, все, давайте делать. Давайте. А про чай расскажи. А, чаек тоже. Чаек мы купили на Шри-Ланке. Вот тут уже есть с имбирем. Черный чай. Ну, это пудра, да? Ну, или это чай? Открой, пожалуйста. Чего это? Посмотри. Ну, вот, а, ну, это такой. Чай. Не-не-не, это реальный чай. Как же пудра? Нет, это чай с имбирем. Да. Он чувствуется. Да, ребята, имбирем. Это чай. Вот. И дальше вот хочу самый обратить внимание. Самый дешевый и самый вкусный чай. Ну как он, ну нельзя сказать, что он прямо самый вкусный, на самом но деле. Он обалденный. Это обалденный чай, когда вы покупаете пыль. Он здесь не написан, но вы... Но называется пыль. Даст. Вы приходите и говорите,
I need dust, да? Dust. Обычно это лежит в самом низу, в самые такие невзрачные пакеты, никакие. А вы, конечно, тянетесь за красивыми коробочками и намного дороже цены стоит. 200 грамм стоило 290 рупий. Опять же, цены мы посмотрим и... Рупии, да? Да, рупии, шри-ланкинские рупии, шри-ланкинские рупии и кинем в субтитры. Ну, все видели, реально, что уже сроки прошли, да? То есть сроки уже прошли, но мы застряли здесь, получается, и подарки не успели отдать. И а видно, какой он мелкий? Ну, а он все еще вкусный, и все еще мы его Чтобы вы понимали, одна чайная ложка... Вот поэтому пыль, видите, он мелкий-мелкий. Одна чайная ложка вот на такой заварничек, я не знаю, сколько тут, грамм 200 с чем-то. То есть это будет черная ночь. Ароматная черная ночь. Да, это очень настолько, вкусно. Вы будете его еще заливать и заливать. То есть у нас два варианта. Вот такая желтенькая упаковочка и красненькая. Да, а это красная мы еще не открывали. Но знаешь, я тут заметила, сзади, что это Брук Бонд. И это Unilever, или как она фирма, ну, которая скупила весь мир, да, понятно, это корпорация. Сейчас наведусь. И тоже 200 грамм, но стоит 220 рублей. 220. Это подешевле, дешевле. Но мы еще его и не чай, открывали. Да. Брук Бонд. И сроки годности у нас. Да, тоже прошли. Тоже прошли. Ну, не но чай и вкусный, все равно мы его пьем, и мы, ой, мы все еще живы. Я вас умоляю. Так, мне нужно это... Можно я возьму ложечки? Да, конечно. Сейчас посмотрим, что мне надо. Да. Приготовление наше вкуснейшее. Сахар. У нас вкуснейший масала-чай. Все-таки я люблю сахар, когда уже там переваренный. Когда дают вот в пакетиках, нам, кстати, тогда в ресторации, нам дали сахар просто в стиках. Да, в стиках дали. А он все-таки вкуснее, когда... В общем, еще и сахар. Да, знаешь, что я еще хочу сделать? В каких что пропорциях мы будем это класть? Значит, пропорции. Я включаю, будет шуметь. Да, наверное, немножко. Да, будет шуметь, но, в принципе, можешь рассказать. Значит, сколько воды мы сделали? Практически один к трем. То есть воды один и три порции этого молочка должно быть. Вот так вот. Так. Ну, я буду так, смотри, у меня будет... Давай, ты отмеряй, потому что я что-то... Не знаю, у меня будет вот такое... У меня с готовкой совсем плохо. Я налью столько воды, но у нас большая кастрюля, поэтому может испаряться вода. Может, я долью. Так, раз, значит, чашечка. Все. А, все. Чашка, да. Чашка, все. На вот такое, на пол-литра молока. А это 0,5, да? Ну, давай, 0,5. Молоко будешь выливать? Нет, нет. Вот налили воду. Так, включаем. А скажи, кстати, рецепт где посмотрела? В интернете? Или нам рассказывал кто-то? Не, нам рассказывал же Рави из Индии. Он нам пытался. Правда, он рассказывал, все заливаешь, ну, который в зале у нас. Да, Рави, инструктор в нашем зале тренажерном. Значит, вода будет закипать, и в эту воду мы будем бросать. Ага, и будем... Вот, знаешь, что я хотела? Может быть, немножко его как-то, если получится, ну, если получится. Типа, у меня нету ступки, немножко так... А, ну да, ну, вообще, как бы, если специальные такие специи продаются вот в пачечке и так. Ну, специи это уже готовое, ты понимаешь? Оно уже, сколько там оно было, а все-таки, когда свежая, ну, сама по такое, себе конечно. Специя, и вот немножко его как-то... Вот видите, Наташа, здорово летит. Получается, как я так подкинула красиво. Не знаю, это физика. Корицу или кассию. Вот Наташа не боится, берет все и делает, а я спагетти до сих пор отвариваю с Иваном по Ютубу. Включаю видео от Ивана, как отварить спагетти. Да, и, ну, я не знаю, как бы уже привыкла, ну, по часам строго, по минутам, когда закипит, там, я не знаю, какой-то страх готовки, потому что у меня постоянно все убегает, сгорает. Ну, я хорошо готовлю яичницу, правда, Наташу я не люблю. Не люблю. Не люблю омлет. Наверное, я хорошо готовлю это для себя. Я не люблю запах яичницы. Я есть люблю, а вот запах ее не люблю. Так, ну вот такая у нас смесь для масалы. Ой. Да, пахнет. Вам пахнет? Пахнет, не, мне не пахнет. Это бомба. Еще. Пахнет бомба. Масалой. Давай закидываем. Все, она уже кипит. Вода кипит, мы закидываем специи, которые Наташа вам рассказала, и она их немножко так почикала. Так. Водичка кипит, наверное. О, сейчас запахло. Давай специями, вкусно. Немножко. Давай немножко, чтобы нам плохо не было. Засекать надо минут 7. А, хорошо, сейчас засечу минут 7, но у меня часов нету, кстати. Ну, сейчас мы, наверное, прервемся. Давай сейчас мы все закинем, естественно, и чтобы не показывать то 7 минут, как оно кипит, кому это интересно будет. Мы все закинем. Сейчас все это будет интересно. Так, вот оно тут кипит, дай-ка а мне. Я сейчас порежу имбирек. Кипит. Боже, какой аромат. Да, аромат просто действительно чая масала. Так, ничего, я просто помыла, ничего я не чищу шкурку. Я вообще не понимаю, зачем с имбиря срезать шкурку.
А имбирь там должен быть? Да, обязательно. Ага. Ну, вот имбирь, если вот... Просто я не представляю, как он в пакетиках там, он там совсем сухой. Бадьян там, я не знаю, там еще что-то. Так, сейчас кинем. На картошечку фри похоже. Ну, чтоб поменьше. Ну, картошку можно фри, потереть, вообще мы масала не бросаем. Потереть на терочке, если кто хочет. Ну, в смысле, чтобы он все-таки меньше был. Так, выбрасываем. Ничего, сегодня Наташа в кадре, я оператор. Так сказать, я туроператор. Нет, я не совсем туроператор. Не знаю, наверное, хочет уже куда-то полететь, попутешествовать. А покажите, ох, какой запах. Боже, запах обалденный. Не знаю, что получится. Да, я думаю, что все получится. О, черный. А, подожди, черный перчик положили. Да, ты положила, ты его покрошила. Так, теперь чаек. Чаек, я думаю, давай сбросим с имбирем чутка. Давай, покажи, кстати, как он в ложечке выглядит. Ну, я большую. Видно? Сейчас, погоди. Ну да, видно, чай обычный. Это да. Беленькая, это имбирь. Это реальный имбирь. Угу. Это не... Закидываешь. Ну, по-моему, ты меньше ложечки, да, взяла? Да, ну я ж хочу этого чайка. Хорошо, давай этого крепковатого. Чувствую, что будет такая у нас смесь очень классная. Все. Настоящий... Ой. Это точно индийский масала чай, аж не укашлят начинаешь этой смеси. Все, давай я, наверное, закрою, чтобы он не испарялся быстро, вода. Хорошо, молочко мы когда будем кидать? Через вот сколько мы уже говорим? Говорим мы, наверное, 2 минуты, значит, через 5 минут уже. Ну, где-то через 5 минут. Через 5 минут мы вернемся в эфир и все вам покажем. А у вас пока будет время нам лайк поставить. Да, и уже начинать резать, помнить, да? Делать молочко, масала ти. Возвращаемся в студию. Студию. Да, прошло 7 минут. Нашу чудесную кухню. 7 минут, да. Так, прошло 7 минут, как это выглядит. Давай посмотрим. Выглядит кипящий такой, честно, мне напоминает Глинтвейн. Я делаю, да, слушай. И запах специй, как запах Глинтвейна. Ну, тут как-то по-другому. Так, ну, что мы делаем? Засыпаем сахарок. Сколько ты рекомендуешь? Значит, тут была чашечка воды, на самом специи деле. И сахарок. Ну, вот ложка, я даже не знаю, мне кажется, мало будет. Ну, давай ложку, да? Давай ложку, давай. У нас же правильное питание. Ой, да. Облегчает понимание. Вот такой вот и перец же, ты слушай. Крепкое такое, и крепкие специи. Да, что можно, конечно, и покашлять. Так, и теперь... Молочко. Молочко, вливаем молочко. Молочка 0,5 мы взяли, да? Ну, да, мы взяли по своему вкусу, называется. Влили молочко. И теперь надо варить минуты 4-5. Ну, засекаем 4-5 минут, ну, да? Ладно, я поставлю. Ну, вот, знаешь, оно пенкой, да, может показать? Даже когда иногда приносят, оно пенка. Ну. Да, ну, приносит масала, конечно, пенку. Но я не люблю с детства. Ну, просто вот как, снимайте ножиком там, напишите, ложечкой. Пожалуйста, кто любит пенку? Я думаю, никто не любит почему? Пенку. Почему? Есть люди, которые любят пенку. А знаешь, она, наверное, когда прикипает, она как сваривается, и может быть реально вкус интересный. А мешать нужно на протяжении? Это я мешаю. Зачем? Нет. Хорошо, крышкой закрывать нужно? Нет. Нет? Ну, тогда вернемся к нашим зрителям через 4-5 минут. Снова возвращаемся, потому что начало кипеть. Оно кипит, Наташа мешает. Ну, чтобы все-таки молоко, оно может пригореть, конечно. Ну, вот, в принципе, уже время прошло. Все? Да. Ага, отлично. Мы приготовили здесь такое ситечко и положили туда марлечку. Да, обязательно нужно процедить, обязательно процедить, потому что ж вы понимаете, вынимать изо рта непонятно что. Но, специи. Да, я марлечку уже заморочилась, потому что очень сито у нас с большими ячеечками, поэтому, если, конечно, маленькие ячейки, то зачем эти заморочки? Так, аккуратно. Цвет какао издалека. Какавки. В общем, такая у нас кава какао получилась. Это в сторону. Вау! Ух ты! Приглашаем вас на наш масальный цвет. Настоящий масальный цвет. Сейчас будем пробовать, да? Расскажем свое мнение.
Паша нюхает уже. Ну вот кастрюлька позади нас, и она просто еще горячая, нужно ее процедить. Сейчас мы при вас будем пробовать и сразу скажем. Процедить, мы же процедим, женщина. А что нужно сделать? Налить в чашки. Не, еще пенку убрать. В чашки налить и убрать. Я тут еще готовщик, я вам скажу. Значит, давай налить и убрать нужно, и, в общем, мы вам скажем давай наше посмотрим. Честное мнение. Давай посмотрим пенку. Наше честное мнение, как мы готовили. Ага, смешная это. Как Наташа готовила. О, есть пенка, видишь? Есть пенка. Ну, извините. А, так, не кривляйся там. А теперь давай тогда попробую. Да, я ситечко возьму. Какая-то футболочка хорошая. Да, футболочка. С какими тараканчиками. Просто не можем понять, что вообще вот здесь вот. Тараканчики какие-то изображены. Ну, непонятно. Ну, купили у Brand Fales. Видео, кстати... Нет, это какое-то животное, не тараканчик. Я думаю, тараканчики. Так, Наташа сейчас отцеживает. Ой-ой-ой. Отцеживает, ты, не знаю. Ты кастрюлечку берешь так... Давай вот вдвоем как-то. Давай, если сможешь, потому что она горячая. Да. Все, давай. Ну, разлили, так и будет. Вам хоть видно? Ой, все, разлили много. Так, первый. Ну, поразливали пошел. Чуток. Хозяйки, ребята, это хозяйки. Давай вдвоем. Так. Активнее. Активнее, держу камеру, чтобы еще она попадала. Короче, на два стакана, ну еще раз. Ну, как раз на две, ну, половину, на две но... прекрасных чашечки. Так. У меня вот чашечка такая симпатичная. Вот так вот вообще. Мне ее подарили мои студенты. На День Учителя пару лет назад. Да, в Эмиратах тоже есть День Учителя. Так, ну сейчас будем пробовать говорить наше мнение и рекомендовать или не рекомендовать. Нет, рекомендовать, конечно, пробуйте масалу сделать, это очень круто. Что значит рекомендовать? Ну, давайте вот мы с масалой. Чухаться не будем? Не, зачем? Аромат вообще бомба. Ну, вкусно. Нет. Мне вкусно. Нет, это однозначно. Знаешь, не совсем та масала, что мы пили в Индии и в ресторане Кориандр. Сейчас, подожди. Это мне будет... кажется, просто много молока. Вкус подожди, сладкий, молочный напиток. Он начинает это. Да, и немножко печет горло. О-о-о, класс. Ой, вкусно. Я что-то на себя очень критически отозвалась. Мне нравится. Да, ну, опять-таки, что отличия есть. Я знаю, что мне, ну как, не понравилось сразу. Сладости, мало сладости для меня. Я бы добавила... А мне как раз хорошо. Да? Отлично. А я бы наоборот, мне нравится... Горло печет, все правильно, все вот этот чай, это реально, когда если плохо, вот заболеваешь, может быть. Ну да, это классная тема. В долгие зимние вечера это вообще... И, кстати, я еще подумала, знаешь, насчет чего, что вот... Холодные там... летние вечера, холодные... сейчас, говорят, погода плохая. Подумала насчет того, что продаются специальные уже смеси, перетертые. То я думаю, есть что такое. Все-таки нужно заморочиться и купить цельные специи, и их можно подробить, либо вот так, как я, ну, немножко раз это да, пожмякать. Но все-таки лучше ты видишь, что ты туда кладешь сам. Вот. А, и поэтому все-таки лучше такую специю. Ну, в общем. Да. У меня сейчас возник вопрос, даже не сейчас, я вот пока это готовила. Кто кого научил пить чай с молоком? Британцы индийцев или индийцы все-таки британцев? Давай так, индийцы сделали чай, а британцы сделали овсянку. Да, точно. А при чем тут чай с молоком? Потому что и чай, и с молоком, и овсянкой является хорошим завтраком. Я поняла, сейчас реально оно не печет, оно греет, оно так согревает приятно. Да, хороший согревающий чай. А вы, кстати, напишите, вам такой контент интересный, когда мы готовим что-то и рассказываем вам. Я рассказываю, Наташа готовит. Вот как... Как готовить интересные блюда или чай. Я знаю, какой мне конкретно контент интересен. Когда я рассказываю или лучше молчу, сижу, отдыхаю, а Оля готовит. А потом я прихожу, кушаю, критикую. А потом я ухожу, а Оля моет посуду. Вот и Оля готовит, никто не выжил. Да ладно. Все, ставьте лайк, спасибо за просмотр. Всем пока. Приятного аппетита, попробуйте обязательно. Всем хорошего чая. Очень вкусно. Пока-пока.